замечательный материал. Традиционный, доступный. Из него можно сделать замечательные изделия, которыми можно пользоваться. Это изделия не только декоративные, но и утилитарные. Каждый может шить себе сумку, кошелек. Можно много видов изделий перечислить, которыми можно пользоваться в повседневной жизни. И между тем, если человек обладает творческими способностями, желаниями что-то сделать, этот материал позволяет себя реализовать как художник. Из кожи можно изготавливать не только утилитарные вещи, но и авторские, дизайнерские коллекции аксессуаров, например, для одежды. Сам материал настолько захватывает, иногда диктует какие-то свои условия, немного даже изменяя замысел авторский, но это очень увлекательно, когда я работаю с кожей, я забываю о времени, я забываю обо всем, и я получаю, конечно, большое очень удовольствие, как и, в общем-то, от любого творчества, наверное, каждый автор, каждый художник. Кто знает, может быть, именно вы станете знаменитым известным дизайнером изделий из кожи, прославившим в будущем нашу страну. Поступайте к нам. Знаешь, это рассказать, когда пишешь, это такой удивительный процесс, тебя захватывает вот это движение, во-первых, и графики, которые ты выполняешь, и вот эта цветность, цветовую гармонию, которую ты должна решить. Мы приглашаем к нам на кафедру, поступайте, вы получите замечательное образование, вы познакомитесь со многими видами промыслов, выберете свой путь в ремесленной деятельности, в ремесленной и педагогической деятельности. Это очень интересный и продуктивный путь вашей дальнейшей жизни. Я думаю, что любой человек, который захочет заниматься керамикой, сможет найти в ней все, что угодно его душе. Это и возможность творческого самовыражения, и богатейшие возможности самого материала, то есть его пластические свойства, богатство фактуры текстур, богатейшие возможности декорирования. Но и кроме того, можно использовать и средства скульптуры, живописи, графики. То есть она многогранна, многолика, изменчива, требует бесконечного поиска и эксперимента. И никогда не надоедает для нашей студентки, что они испытывают удовольствие от работы с материалом. Именно радость от того, что их творческие замыслы Глина помогает реализовать. Ну, это, конечно, очень ценно. Если вы придете к нам учиться, мы приложим все усилия для того, чтобы вы имели возможность творческого самовыражения. Мы научим вас тому, что мы знаем сами, и будем очень рады, если это станет делом вашей жизни, и вы в дальнейшем будете совершенствоваться в этом древнем и прекрасном искусстве. Училась во время учебы на факультете народной культуры, ну а сейчас более глубоко стала изучать качество традиционных белорусских поясов. И
том числе и Александра Дощечка. Мы ставим перед собой задачу подготовить не только художника, а также подготовить и педагога, человека, который будет обучать детей, транслировать народную культуру, причем не только будущим поколениям, но и людям разных возрастов. Благодаря моим преподавателям кафедры художественно-педагогического образования ткачество стало одним из моих самых ярких увлечений в жизни. Я приглашаю всех поступать к нам на факультет. Здесь учиться очень интересно. Мы многому вас научим, и в том числе ткать пояса. Но вообще все искусство, так же, как и народное искусство, оно нас и развивает, и вдохновляет, и помогает нам, и где-то нас подстегивает каким-то новшествам. И просто нужно уметь читать его, и видеть, его нужно уметь раскрыть. Для того, чтобы заниматься народным искусством, и вообще для того, чтобы заниматься творчеством, особенно в таком направлении, нужно полюбить это направление, нужно полюбить то, чем ты занимаешься. Нужно полюбить буквально до мелочей. И если ты полюбишь свою специальность, свое направление, именно народное искусство, значит, у тебя все получится, и по жизни ты пойдешь правильной дорогой. Зачастую без руководства, без преподавателя этот путь может быть долгим и не всегда качественным. Поэтому советую работать с руководителем. А для этого поступайте в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Тем, что в ней очень много разных техник, много всего нового, каждый день что-то новое узнаешь, много возможностей, какие-то свои идеи воплощаешь в реальность и постепенно питаешь что-то новое. Народные художественные ремесла помогают мне лучше изучить культуру моей страны и дают мне возможность внести свой вклад в историю. Наш народный промысел тем и интересен, что он отражает именно культуру нашей страны, не заимствованной ни у какой другой. То есть ее и нужно продвигать, ее нужно не забывать, потому что это только наше, и это наша работа.